Так, Феликс, я так понимаю, ты приехал... У нас самые лучшие машины. А еще скажи, у нас самые вкусные колбаски. У нас самые вкусные колбаски. Да, это правда. Феликс, насколько хорошо ты знаешь русский язык? Очень хорошо. Мой папа научил меня по-русски говорить, потому что он из России. Мы артисты оба. Давай. Пойдем. Так. Я тебе сначала покажу. О. Вот, просто такой пузырь. Ага. Чего я тут только не делал? Больше меня только Якубович делал в «Поле чудес». Ну, получилось, а у тебя есть талант. Вот, теперь я туда дым задуваю. Ничего теперь себе! Теперь сделай пальчик вот так. Этот трюк называется вулкан. Там ты видишь в этом кружочке маленькая пленка, и эту аккуратно так лепай. Вулкан! А ты когда-нибудь видел квадратный мельный пузырь? Да, это закон природы, что пузыри все время хотят круглыми быть. Но да. Я знаю, как один квадратный надо сделать. Да ладно? Да. Вот. Это 8 марта. Вот. Это ежевика. Круто! Das ist toll! Das ist toll. Вулкан! Здорово! Мы замерли в ожидании! Феликс Килли, его пузыри! Я вам попробую показать, как пускать мельные пузыри без ничего, просто голыми руками.
как матрешка. Круто! Гуляем в студию! Феликс, дорогой, спасибо за твой талант. Феликс, спасибо! Спасибо!